Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в мир юрского периода. Шунозавр, ты у меня прокачаешься сегодня? Ну, неужели? Это месяц прошел. Ну ты даешь, а? Ну, шунозавр. Так, прокачали. Забираем награды. Так, и следующее, у кого я хотел сюда поставить, это, по-моему... Это... Так, подожди секундочку. Сейчас я вспомню. Это у нас, по-моему, карнозавр должен быть. Или кто-то в этом роде. Сейчас мы найдем. Кстати, диплозуха, точно. Так, перейти. Подожди. Чего? А, блин, мы же еще не забрали его, твою ж налево. Я же вроде думал, что у нас два теплозуха. Вот здесь вот он. Закончить? Нет, ладно, пускай прокачивается своими силами. А я все-таки сюда воткну. Так, давай-ка мы, наверное, не все существа, а все-таки поставим хищников одних. И сейчас я его найду. Это не спиннораптор. Это у нас вот он. Карнораптор. Переходим. Да? Вот и вот мы как раз... И будем прокачивать до, получается, до 30 уровня. Сколько там? 3 часа 59 минут всего лишь-то. Это быстро, кстати, пройдет. Так, посмотрел рекламу. Потратил 250 тысяч еды. Шикарно. Так, опять я монеты не забрал. Ладно. В конце посмотрим. За кадром уже соберу все это дело. Так, а теперь интересно, у меня там построились мои... Угу. Бесплатно. Так, здесь тоже. Ну что, замечательно получается. Раз, два и три. И четыре. Однозначно уровень будет у нас. Так, теперь. Что, посмотрим, наверное, схватки, задания. Какие у нас тут события есть. Могучие деньги. День видеоигр. Белая мгла. Белая мгла. Слушай, ну тут... Может быть, попробовать? А? Белую мглу. И махонькие ужаски. А тут что? Блин, и тут прикольные динозавры. Так, ну и, соответственно, дрожь земли. Махонькие ужасики. Ну-ка, дай хоть глянуть. Может, попробуем, ребята, а? Пройти. Махонькие эти ужасики. Я возьму раз, два. А вот против их теостеги я возьму, наверное, скафагната. Мне кажется, он здесь разрулит ситуацию. По крайней мере, против их теостеги он должен нормально зайти. Ну что, ты издеваешься надо мной? Так долго прогружаешь? Давай, давай, быстрее. Блин, ребят, почти с одной плюхи вырубаем. Чуть-чуть там у него останется здоровье. Так, дай-ка, наверное... Чутку потише сделаю, тут что-то орет как сумасшедший. Так, он меняет. Ну, понятное дело, что он берет их теостегу. Так, интересно, он будет бомбить? Он решил меня так вот, да? Прощупать, так скажем. Ну что, скафагнат, вот твой момент истины настал. Сейчас должен пробить его. Не тут-то было, да? Не получается. Три атаки вырубает. Раз, два, три, четыре. Короче, все, сливаю. Пумс. Велосираптор. 153 к атаке. Блин, вырубит, что ли? Вырубил. Представляешь? Раз-два, раз-два. 86. Блин, ребята, не знаю, я рискну. Все у нас тут получилось. В общем, мы победили. Но это, опять же, был только первый поединок, так что радоваться еще рано.
Радоваться еще пока очень-очень рано. Давай смотреть дальше. Уйнозавр, Димитродон и Диморфандон. Так, ну что, против уйнозавра возьму, наверное, хищника какого-нибудь. Можно, в принципе, алангозавра взять. Я думаю, что он справится. Против Димитродона. Против Димитродона можно взять, наверное, пеликанептерикса. Или даже трипегоптера. А в идеале, конечно, лучше взять диплозуха. Но диплозух нам еще, наверное, пригодится. Так что я возьму... А может быть, барионикса взять? Давай так вот сделаем. Так, диморфодон. Против него надо взять... шунозавр. Я думаю, что шунозаврик здесь довольно легко с ним справится. Давай смотреть... Так, меняется. Берет диморфодона. И атакует. Ну что, две плюхи ему зарядим. Готов. Так, у него димитродон. А ему придется две атаки тратить. Так, барионикс, как у тебя там? В принципе, отлично. Как раз ушатываем его. И уйнозавр, он нам ничего не сделает, ребят. 189 к атаке. Слабоват. Слабоват, чушок. Ничего у тебя не получится. Ответочка. Незамедлительная ответка. Слушай, ну барионикс, он красавчик. Мне нравится. Мне нравится, как он и воюет, как он выглядит. Симпотный такой динозаврик. Ну что же, давай переходить тогда на следующий поединочек. Это будет у нас третий. Карнораптор, спинораптор и крутозавр. Блин, вот крутозавр это, конечно, жестко. И против него пойдет у меня птеранодон. А вот против этих-то что? Возьму диплозуха. Такс, возьму диплозуха. Возьму, наверное, индоминуса и птеранодона. Слушай, ну мне кажется, должны победить. Начну сразу с плюшки. Поехали. Хорошо, так ему, да, влетело. Он сейчас возьмет крутозавра, скорее всего. Он взял крутозавра. А мы сделаем вот так. Так, только не надо меняться. Интересно. Давай-ка я попробую пробить. Вырубаем. Это самое главное, что мы его вырубили. Так, появляется спинораптор. Но нам тут крышка. Он 3 очка действия сейчас потратит. 1 очко действия у него осталось. Так. Раз, два, три. И вот так вот. Вырубаем эту мелочь. И вот он, карнораптор. Все, ему крышка. Он раскрылся, так что диплозуху ничего не стоит раздеребанить его. На, истинный крокодил, да? Ты посмотри на его этот, на его спину, там такие иглы. Я манал. Так, друзья, ну что, последний поединок у нас в махоньких ужасиках. Опять крутозавр здесь. Против этих-то все нормально. Можно будет взять кого? 39 до 38 уровень. 250 хп? Ты серьезно? Ну, давай сделаем так. Раз, например. Два. И три. Я думаю, что... Пеликанептерикс с крутозавром-то должен разобраться. Верно же? Этого сразу уничтожаем. Ютараптор. Побежит меняться, да, скорее всего? Нет, не побежал. Я удивлен.
Блин, я совсем забыл же, что у него 2 очка было. А вот теперь он меняется. Огромную ошибку ты, дядя, сделал. Огромную ошибку. Раз, два, три. Вырубаем его в топку. Ну что, выходи, Ютараптор. 95 к атаке. Нет, это крышка ему. Ему тут уже не поможет ничего. Завалили. Ну что, вот мы и прошли махонькие ужасики. Сейчас заберем награду. Я так понимаю, рулетка будет, да? А нет, набор. И опять выпадает тиранозавр. Да что ты будешь делать? Выпал нам тиранозавр. Такс, белая мгла. А что у нас в день видеоигр? Блин, ну это смешно. Битва. Так, здесь у нас животные чисто идут, да? Получается энтелодон, элосмотерий и опять же энтелодон. Надо брать... Ну, возьмем синтетоцерас. А, они тут все одной стихии, я понял. Значит, тогда возьмем... Блин, сможем ли мы справиться-то? Вот в чем. Думаю я, сможем ли мы их пробить. Или все-таки мне взять смелодона. Давай возьмем смелодона одного и... Индрикотерия взять или Келлинг. Давай Келлингина, наверное, возьмем еще сюда. Как говорится, может быть, для перестраховки. Ага. Уничтожаем. Раз, два, три. Так, отдуплился. Элосмотерий, 128 к атаке. Ну, тут понятное дело, да? А не забываем, что одну очку действия он себе оставил. Трачим все. И опять же энтелодон. Слушай, ну 151 к атаке, это серьезно. Три сбрасывает. Одно у него там остается. Все, мы его уничтожаем. Идеально просто. Просто идеальный расчет. Первый поединок мы отмахались. Давай посмотрим, что на втором. Эндрюсарх, Гиенодон и Индрикоцер. Гиенодон. Что это за новенькое такое? Так, ну ладно, посмотрим. Против пещерника можно взять Индрикотерия. Против блин, против Гиенодона, получается, тоже нужно его брать. Давай возьму Гастурниса. А против Индрикоцера мы возьмем... Что, носорога, что ли, шерстистого брать? Ну да. Других вариантов у нас тут как бы нету. Блин, это только второй поединок. На четвертый практически не остается. Кого мы там будем брать-то? Не знаю. Откаты делать? За доллары? Наверное, так. Ну давай ударим, фиксим. Что ты будешь делать, меняться? Нет, атакует. И врубает. Так, Гиенодон. Фига себе, ты посмотри на него. Так, вот он кого взял. Индрикоцера. Ну-ка, попробуем шлепнуть. Да, вырубаем. И остается Гиенодон. Так, он потратит на меня 2 очка действий. 2 оставляет к себе, да?
Все, им крышка. Потому что он даже если две защиты возьмет, мы его пробьем. Вот и нет Гиенодона. Так, переходим на следующий поединок. Смотрим, кто у нас тут. Археотерий, Эуклодоцир, Эуклодоцир и Паноктус. Здесь я возьму мамонты. Здесь нам придется взять... Блин, Паноктуса, что ли, придется брать. А здесь... Эндрикотерий, да? Нет, возьмем, наверное... Блин, ну ладно, возьмем Рематери. Фиг с ним, пускай будет. Вот как он сейчас поведет себя, а? Меняется, понятно. Взял Паноктуса. Атаковать не стал, кстати. Давай, я сделаю так вот. Это будет у нас груша. Так, он решил бомбануть разочек, да, все-таки? Давай проверим далее. Я тебя понял. Так, ну что, Паноктус, давай теперь мы будем... Раз, два, три, четыре, пять... Пять. Угу. Готов. Эуклодоцер. У него рога напоминает мне почему-то ветки. Нам сейчас очень крупно повезло. Ну что, парень, пора прощаться с жизнью. Археотерий готов. И Эуклодоцер. Смотри-ка, ничего не стал делать. Ну ладно. Давай дальше. Он все слил. Ну что, Паноктус, твоя очередь. Уничтожать его надо. Да-да. Ну вот и все, песенка его спета. Действительно, у него рога как ветки. Такие, знаешь, старые сухие ветки на деревьях. Вот напоминает мне. Так, ну что, последний поединок. Синтетоцерас, прокачанный. Так, против него брать придется Паноктуса. Здесь также Арктодус, против него тоже пойдет Паноктус. А вот против Фараракаса... Телокосмил. Ну и, наверное, Ортинотериума возьмем. Последний бой, как бы. Я знаю, что он будет, наверное, брать Фараракса сейчас, скорее всего. Угу. Так, продолжить, да, продолжить, конечно. Ну, вы поняли, да, что все-таки вылетело во время поединка. Так, я уже забыл, кто ходит-то. Так, он меня... А, у нас все с нуля. Так, 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 так. А ну-ка, Телокосмил. Врежка ему. Готов. Арктодус. Блин, завалит сейчас, а? Довольный такой, блин, завалил. Но мы ему тоже, ребята, в долгу-то не останемся, верно? На тебе. Синтетоцерас.
Ха, ничего не стал делать, да? А я атаковать. Все, в труху. Разнесли мы его в труху. Так, и у нас еще один поединок остается. Самый последний. А, нет. Это и был последний самый, получается. Такс. Птеранодон выпал. Ну, хотя бы легендарка. И на этом спасибо. Так, что у нас тут? Тут все пусто. Давай-ка заберем, наверное, наши награды. Уже тут заждались они нас. Так, использовали ускорение. Дальше у нас что там? Собрать моды. Давай-ка быстренько пробежимся по ним. Давай-ка я, наверное, буду тратить денежку. Денег намного больше, чем еды. Так что так будет выгоднее. Закалка увеличивает запас УЗ на 20%. Следующее. Это обычные моды, так что увеличит урон на 15%. Тоже ерунда на самом деле. И один редкий. Попробуем крутануть, выловить что-нибудь путевое. Берсерк. Ерунда какая-то, а? Какая-то ерунда. Что у нас там? Совершить сделки. Так, за доллары что у нас? Пахицефалозавр на 46 долларов. Меняем. Давай далее. Кулазуха на деньги. Меняем. Так, что вот тут у нас? Очки доверия на 70... Ну ладно, давай. Бакса нужнее, ребят. Так, до конца боя запас озер... Ладно, давай сделку сделаем. Топижару на еду. Все, наверное, пока больше ничего не будем делать. Забираем здесь награды и принять ПВП бои. Сейчас мы это сделаем. Событие закрыто. А награды-то что, не будут? Когда он закончится-то окончательно? Так, пак. И это банитозавр выпал. 50 очков доверий. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. И все, да, получается. Оуэн, отправляйся. Так, могучие деньги, только редкие. Только редкие. Хм. Только редкие, говорят. Ну-ка, если я возьму, например, кулазуха здесь и... Инундазуха. Что скажешь? Давай попробуем. Мне кажется, кулазух-то здесь один, наверное, вырулит. Нет? Нет, не вырулит нифига. Ну, сейчас посмотрим. Вот так вот он сделал, да? Раз, два, три. Блин, сейчас вмажет нам. Нет, смотри-ка. Но 2 очка здесь он себе оставил. Да-да-да-да-да. Давай проверим. Как он поступит? Что, он ничего не делает? Давай так попробую. Ах ты, жук навозный, а? Все сливает, прикинь. Все, что у него было, он слил. Отлично. Значит, мы тогда сделаем следующим образом. Одну атаку. Раз, два, три. Раз, два. Вот так вот. Я сомневаюсь, что 91 атака... Если он сейчас все попробует слить,
Он меня обманул. Друзья мои, он меня обманул. Но тут мы его все равно достали. Монолофозевр готов. Прекрасно. Так, двигаемся на следующий поединок. Так, а тут уже Нундазух. Ну, можно взять Топьелозавра. Нет, лучше я возьму, наверное, вот так. А против Монолофозавра... Блин, где этот Карнораптор? Его прокачать бы до 10 уровня. Фиг ли он у меня тут стоит? Да я его прокачаю. Не нравится мне так. Карнораптор. Хищники, да? Ищем. Это Карнотавр, а мне нужен... Вот он. Карнораптор. Да фиг ли ты мне сюда-то переходишь? Трындец. Блин, неужели ты не можешь мне вот так вот показать его, где он находится в этом? В обычном. У вас есть три. Ну, перейти. Переходит, называется. Нашел куда перейти, блин. Да иди ты там разберись, уже достала эта, блин, музыка бесевая. Вот ищи тут теперь этого Карнораптора. Где он? Он, по-моему, где-то наверху на зоне, да? Так, это Ютораптор, Барионикс. Все не то. Это у нас Диплотаторы. Индоминусы стоят здесь. Так, Зухамимы. Метриоринхи, кстати, которые тоже готовы, в принципе, прокачаться. Ихтиостега. Пастозух. Велосираптор. Ну вот куда вот я его засунул, а? Не могу тебя найти. Сфенокодон. Вот хоть убей, я не помню, куда я его... поставил. Это у нас тут же, это не то. В общем, не пойму, где он находится. Не могу его, ребята, здесь увидеть почему-то. Три штуки, говорит. У вас есть три штуки. Правильно, две вот здесь вот на этот. А один где-то должен бегать. Это Гуаньлунь. Это птеродактиль. Нундазух. Это Раджастега. Саркозух. Вот он, наконец-то. Вот, на 10 уровне-то уже будет повеселее, мне кажется, бороться здесь. Заклинило, да? Раз и два. Поехали. У нас, правда, у Афиокамима здоровья маловато. Если он сейчас возьмет Монолофозавра, будет плохо нам. Вот о чем я и говорил. Давай так сделаю. Ты смотри, а. Раз, два, три, четыре. Вырубаем. Так, ну да зух. 4 очка действия. 3 тратит, ну понятно.
Все, ему крышка. Здесь мы уничтожаем. Вот и прекрасно. Так, насколько я понимаю, у нас последний поединок, да? Два монолофозара. Ну, здесь даже и думать нечего. Вот так вот я сделаю. Один нундагозавр здесь справится. Со всеми. Давай, сплюшки. На. Сороковочка отлетает. Ну что, следующая сороковочка подошла. Не смеши ежа лопатой. На. Ну что, еще одно событие пройдено у нас. Забираем награду. Блин, я-то думал, что это у нас доллары, а это могучие деньги. Блин, вот это я лопухнулся. Это я лопухнулся. Так, ну что, у нас по заданиям там все, не все. Так, пройдите 25 схваток. Сделали мы это. Так, а по заданиям там что надо? Угу. 3 ПВП сражения на арене. Ну что, я готов. Дрожь земли. Вот, так-с. Раз, два, три. Смотрим. А где мы с тобой? В какой сейчас вообще лиге-то находимся? Диплотатор, Стегоцератопс и Димитродон. Слушай, что такие ватники-то? Ладно, я пропущу ход. Ну давай, Диплотатор, атакуй. Атакует. Не побоялся, ты посмотри, а. А раз, два. Зачем три-то, блин, я хотел две атаки сделать. Я что-то так быстро нажалось. Стегоцератопс. Да, мне тебе жалко, парень. Даже если он поменяется, все равно жалко будет. Пробью же. И Димитродон. Ну давай, погнали. Так, ничего не стал делать почему-то. Тыдич. Лети. Колбаской отсюда. Ну молодец, молодец, красавчик. Все, разобрался, крутой такой. Типа я мастер. А, так мы в охотниках. Ребят, нас отпустили ниже некуда. Эть. Еда. Ну что, давай дальше. Раз, два. Раз, два. Три. Всегда беру разных. Чтобы, ну, мало ли там, да, против нас хищник, мы, опа-на, птичку. Если, например, против нас птичка, оп, травянистого возьмем. Как раз идеально, ребят, здесь. Не завидую, конечно, этого трицератопсу. Ой, не завидую. Сразу его на карколыгу. Астафрикозавра тоже на карколыгу. Ничего нам тут не сделает. Давай, не выделывайся. Такой здоровый, такой ватник, да? Ну давай, не мурыш там. Это все? Проверка? Ну, понятно, взял такие сетки, защиту себе. Эх. Ой, мышцы до сих пор, ребят, болят. После тренировочки. Ну что, давай, давай, давай. Вот ты думаешь, это тебе поможет, что ли? Я не могу понять. Что ты ерундой-то занимаешься? Все, гудбай. Последнего, пожалуйста, сюда мне. Центаузавр. Как интересно, он, знаете, делает. На пальчиках стоит.
Стоит на пальчиках. Зря ты так делаешь, парнишка. Ой, зря. Ну что, пропечатаю я ему по полной программе тогда. Иди отсюда. Все, сложил лапки. Ну что, нам нужно еще один поединок отыграть. Велоцираптор. Рутим. Что нам здесь выпадет в этой лиге охотников? Еда. Ну и вот последняя битва, скажем так. Птеродактиль, Индоминус Рекс и Раджастига. О, как великолепно-то. Ну, птеродактиль и так завалит, я тебе больше чем 100% даю. Так, вот я сделаю. Давай. Уйнозавр, бомби. Если духу хватит. Хватило же духу, а? Это посмертный его удар был. Раз, два. Раз. До свидания. Синоцератопс. Ну вот это вот парень, да, это мощный чувачок. Тут ничего не скажешь, 596 к атаке. Ух, громозека, вырубает меня. Ну что, Индоминус, покажи ему, где раки зимуют, пожалуйста, а? Просто машина для убийства вышла. Понимаешь? Машина для убийства. На. Пахицератопс. То же самое, ватник из ватников. Ему сейчас тоже достанется. Просто пощекотал нас. Он просто в ярости ввел моего Индоминуса. И тот сейчас пропечатает, мало не покажется. На, на. Еще и укус. 22 тысячи урона. Шикарно. Просто шикарно. Ну, как бы и все, друзья, на сегодня-то. Забираем наши награды, забираем наши ежедневки. И потихонечку сворачиваем удочки. Так. Ага, награда. 30 тысяч хавки. А здесь... Да что ты делаешь-то мне? Еда, так, баксы и еда. Ничего такого существенного нам не выпало здесь. Так, а вот тут что у нас? Фонтанчик. Ну ладно, пускай фонтанчик здесь тогда и стоит. Фонтанчик пускай там и стоит. Ну что, я думаю, наверное, я еще все-таки одну активирую, ребята, зону на открытие. Фух. Все говорят, сотый уровень. Ребят, я понимаю, что сотый уровень. Я-то имел вам в виду вот этот вот уровень на схватках. Видишь, схватки 69-й, все. А вы мне про сотый уровень говорите. Ну что, ребята, на этом я сегодня буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.